сложность игры. Есть минимальная сложность, игрок начинает с огромным запасом ресурсов, компьютер играет очень слабо, побеждать тут очень легко. Есть сложность нормальная, игрок начинает со средним запасом ресурсов, компьютер играет хорошо. Но даже вот этот вот средний запас ресурсов, это очень много на самом-то деле. Далее сложность высокая. Игрок начинает с таким же запасом ресурсов, как и компьютер, то есть вы с компьютером идете наравне. Компьютер играет на пределе своих возможностей. То есть уже даже при игре на 130% компьютер будет выкладываться по максимуму. Причем на 130% это абсолютно равная ситуация. Сколько ресурсов у вас, столько и у компьютера. Далее 160%. Здесь игрок начинает с ограниченным запасом ресурсов, там буквально по 10 ресурсов каждого вида или что-то около того, и всего лишь 10 тысяч золота. Для нормальной отстройки замка этого мало, поэтому приходится еще где-то бегать и добывать. Тут вы уже ущемлены. А вот компьютер играет все так же на пределе своих возможностей по максимуму. И он здесь не урезан, то есть он все-таки немножко уже по экономике будет начинать впереди. Ну и 200% сложность, это игрок начинает вообще без ресурсов. Хотя с плагином М200 вам дается 2500 золота на старте и немножечко дерева, немножко... руды там буквально по 5 или по 10, ну то есть совсем чуть-чуть. Вам этого все равно будет недостаточно. А компьютер стартует с огромным количеством ресурсов. Поэтому, дойдя до третьей сложности, вы уже будете играть на равных с компьютером. Все, что будет идти выше, компьютер лучше играть не станет. Просто у него будет больше ресурсов, у вас меньше. Вот и все.